Если у вас еще нет канала в Яндекс.Дзен, его можно зарегистрировать на официальном сайте zen.yandex.ru. При регистрации мы указываем имя, фамилию, логин, пароль, номер телефона и нажимаем на кнопку «Зарегистрироваться». После этого, создав канал, перейдя в раздел «Монетизация», мы можем увидеть условия: набрать 10 тысяч минут просмотра за последние 7 дней. Это можно сделать, если регулярно выкладывать на своем канале публикации, например, видео или статьи. И когда мы набираем 10 тысяч минут просмотра, мы можем подать заявку. Можно нажать на «Помощь», где более подробно объясняется. И, определившись, мы подаем заявку. Указываем фамилия, имя, отчество, документы, паспорт, СНИЛ, СНН, адрес регистрации и 3 фотографии документов, 2 паспорта и 1 страховое свидетельство. Ну а также нужно сделать селфи с паспортом через приложение Яндекс.Дзен, которое можно скачать, например, через Play Market. Открыв приложение, переходим в кабинет, в правом верхнем углу нажимаем на шестеренку, выбираем монетизация и далее продолжаем. Предоставляем доступ, чтобы сделать селфи с паспортом. Примерно вот такая должна фотография. И после этого заявка отправлена на монетизацию. Когда заявку одобрят, у вас появится такая кнопочка «Вывести деньги». И да, баланс будет указан. Каждый раз баланс будет увеличиваться, после чего хоть каждый день вы можете выводить деньги, любую сумму, которую захотите. Но перед этим нужно авторизоваться, то есть нужно заново ввести свой пароль, и уже после авторизации вы можете вывести деньги. Как я уже сказал, любую сумму можно указывать, вводить раз в сутки. И указывайте номер вашего Юмани кошелька, ну или не обязательно вашего, любого. Можно иметь, например, несколько каналов и один кошелек. Можно так, или можете другу отправить и так далее. Нажимаем «Вывести», и после чего деньги будут отправлены на тот кошелек, который вы указали.